Привет всем, я рад вас приветствовать на канале Игры Facebook, и для вас новая игрушка-стратегия Том и Джерри. Итак, приступим, нажимаем кнопочку Play. Смотрим, что нам нужно сделать. Нам нужно построить мост, протестировать его и пройти мышкой. Итак, начинаем. Первое, тестируем наш мост. Идем. Джерри идет, забирает кусочки сыра, спокойно проходит, все, уровень пройден. Так, идем в следующий уровень. Так, теперь надо построить наш мост. Нам показано, как мы его будем строить. Отличненько. Итак, выбираем спичку, ставим спичку, мост построим. Идем. Опять же спокойно проходит через мостик, и уровень пройден. Так, приступаем к следующему уровню. Некоторые спички нам можно убрать. Будем смотреть. Так, нам нужна раз спичечка. Вот эта спичечка не нужна. И нужна еще одна спичечка. В принципе, вроде бы все, наш мост построен. Проверяем. Нет. Так, мост не держится. Почему он так не держится? Давайте еще раз. Ага, нету упора. Значит, все-таки эта спичечка нужна как упор. Теперь мост должен держаться. Пробуем идти. Итак, Джерри мышонок идет, забирать свой кусочек сыра и спокойно проходит на другую сторону. Так, уровень снова пройден. Приступаем к следующему уровню. Так, мы можем соединять спички с крепкой, как я понял. Так, продолжаем. Так, что у нас есть? У нас есть спичка со скрепкой. Делаем еще одну. Нет, такую большую спичку нельзя. У нас есть скрепка, у нас есть спичка. Есть спичка. Есть скрепочка. И есть еще одна спичка. Давайте проверим наш мост. Ну, вроде не ломается. Давайте попробуем пройти по нему. Отлично, мышонок по нему проходит. Мы проходим этот уровень и идем дальше. Так, приступаем к следующему уровню. У нас есть целая куча скрепок, которые... Так, уберем эту спичку. Мы чуть-чуть ее неправильно, да, не до конца дотянули. Раз, два. Проверяем. Мост падает. Так не пойдет. Что же нам здесь нужно сделать? Наверное, нам нужно будет убрать несколько скрепок и потом их добавить. Давайте попробуем, куда их можно добавить. За что их можно зацепить? Снова нет. За что можно зацепить наши скрепочки? Возможно, за потолок? Нет. Нет, нет, и еще раз нет. За что же мы их будем цеплять? Давайте снова их удалим. И добавим сюда наши спички. Спички добавляются, берем скрепки. Не хочет добавляться скрепка, ну никак. Может, отсюда? Отсюда тоже не хочет.
Добавляется скрипка. Так, добавляется так. Так, так. Может все-таки попробуем? Нет, откуда же она должна проходить, эта скрепочка? Ну, я не могу угадать, никак не пойму. И на этом я буду заканчивать свой обзор игры Том и Джерри. С вами был канал Игры Facebook. Подписывайтесь на наш канал, смотрите новые видео. Всем пока!